В столице Колымы продолжается череда последних звонков. Это волнительная пора для выпускников и их родителей, родственников, друзей. Верный признак начала нового витка жизни не только для самих виновников торжества, но и для родного Магадана. Города, с которым уже неразрывно связаны их детство и юность. Город, который сегодня выпускает и отпускает своих детей во взрослую жизнь. На торжественном мероприятии к своим выпускникам обратился руководитель лицея. Дорогие выпускники, ваш выпуск необычный, он юбилейный. 35-й, а еще знаменательный год. Год, когда Магадан удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». В преддверии годовой итоговой аттестации я желаю вам, чтобы ваши высокие результаты на экзамене стали показателем вашей трудовой доблести, гордости родителей и высокой оценки труда наших учителей. Удачи вас и с праздником! По традиции, последние звонки посещают и руководители города Магадана. С торжественной речью перед 11-классниками выступил заместитель мэра города Магадана Олег Аверьянов. Для учеников последний звонок, но это они идут в новый путь. Мы им пожелаем, чтобы в этом новом пути у них были победы, достигли всего, что они хотят, не сходили с пути достигнутого и намеченного. Ну и, конечно, сдать итоговые экзамены, вступительные экзамены, закончить отлично и хорошо вузы, получить профессию, ну и, конечно же, вернуться в город Магадан и продолжить трудовой путь у нас, в нашем любимом хорошем городе. Праздник вам еще раз. В ближайшие дни состоится главное событие для выпускников, от итогов которого будет многое зависеть. В ближайших планах сдача единого государственного экзамена. Вечерний Магадан желает всем магаданским выпускникам ни пуха, ни пера.